Что новый влог из Эйлата подъехал. Сегодня идем в подводную обсерваторию. Будем смотреть всех обитателей Красного моря. Надеюсь, увидим какую-нибудь большую акулу. Обязательно вам покажу. Ну что, вот он, первый обитатель подводной обсерватории. Опачки. Иу. Давай, короче, рвем в 15:00 к накормлению акул. Вон Тони Монтана нас пропустит. Салом. Ахат. Кен. Отдыхат. Туда. Бай. Все, мы в парке. Парк, кстати, ну такой не маленький. Вроде бы. Ну тут они вообще кажутся вообще миленькими, вот эти вот рыбы. С ними как будто бы можно и покупаться. Ну, мне уже прям. Возможно, не там где-то. А, вау. О, вау. Смотри. Ну, я даже теперь не знаю, как вообще плавать в Красном море. Thank you.
все, на выход. Вот это здание. Были мы вон там. Ну что, прикольно, мы час тут. Мы уже устали очень сильно. Достаточно такие посмотрели. Я, конечно, подозревал, что Красное море, что-то разнообразие, но не думал, что...